Всем привет! Сегодня на обзоре топовая серия по изолятам протеина от производителя Biotech USA, серия Black. На этот раз вкус ваниль. Так, чем характерна эта серия? Большим количеством белка, прежде всего, это 90 грамм на 100 грамм продукта и порядка 27 грамм на эту порцию пробников 30 грамм. Так, дальше что еще? Добавляется 3 грамма креатина и добавляются еще витамины и минеральные вещества. Это ниацин и цинк в небольших количествах. Так, рекомендации по употреблению. Смешайте в шейкере одну порцию 30 грамм. С 300 мл воды принимайте одну порцию сразу после тренировки, в дни тренировки, рвак. И одну порцию в дни отдыха. Все, такие рекомендации. Открываем, смотрим. Так, пены почти нету. По запаху. Ну, запах, да, легкой ванили, такой не сильный. Сейчас скажу по вкусу. Так, по вкусу достаточно сладко. Обычный запах, обычный вкус ванили. Без каких-то либо примесей. И послевкусия как такового нет, вкус быстро проходит. Но достаточно сладкий, я думаю, что лучше разводить на большее чуть-чуть количество воды. Так будет лучше. Ну, тут каждому свое, как говорится. Серия очень хорошая, ее я рекомендую. Очень хорошая она по составу, по своему. Очень много белка и присутствует, соответственно, креатин, что тоже плюсом является. Вот, это крайний обзор по данной серии, поэтому, ну, все вкусы неплохие, всего 3 вкуса в серии, и все они неплохие, все их рекомендую. Вот, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и до свидания.